Если мы не будем их беспокоить, и они не будут беспокоить нас. Некоторые наши жители говорят, что азербайджанцы находятся на территории Армении. Это ложь. Они находятся на своей территории. Это их земли, и это правда. Наши азербайджанские посты находятся на расстоянии 5 метров друг от друга. До сих пор азербайджанские военнослужащие ни разу не беспокоили нас, не создавали нам никаких проблем. Мы всегда спокойно обрабатываем наши земли. Сегодня, конечно, я за то, чтобы открылась эра мира. Уже много лет работаю механизатором. Раньше работал вместе с азербайджанцами. У нас всегда были очень хорошие отношения. Если не будет мира, мы не сможем обрабатывать наши земли. В деревне нет никаких условий для жизни. Власти должны создать рабочие места, иначе молодежь покинет деревню. Но главное, как я уже сказал, это мир. При советской власти мы жили в мире с азербайджанцами. Наши власти обещали, что наступит эра мира. Этого мира мы пока не видим. Уже не верим их обещаниям. Боимся, что оставят нас у разбитого корыта. Правительство должно сделать все возможное, чтобы мы опять дружили с азербайджанцами. Раньше в нашей деревне было 120 семей, а сегодня осталось меньше 70. Все они уехали. Люди с семьями отправляются жить в Россию. Здесь нет жизни. Никто из них не хочет больше вернуться обратно. До Первой Карабахской войны мы жили по соседству с азербайджанцами. Все было хорошо, ходили друг к другу в гости, дружили. Раньше никто из жителей деревни не закрывал свои двери по ночам. После появления азербайджанцев в этих местах у некоторых появился страх. Однако до сих пор не было случая, чтобы азербайджанцы вошли в нашу деревню и беспокоили кого-то из сельчан. Раньше мы граничили с Карабахом, сегодня с Азербайджаном. Больно, конечно, но эти земли уже принадлежат Азербайджану. Что изменилось в нашей жизни после войны? Можно сказать, ничего. Никто пока не уехал из деревни. Некоторые беспокоятся, конечно, что сегодня граничим с Азербайджаном. Но не думаю, что азербайджанцы зайдут в нашу деревню. Многие эмигрировали из деревни. Большинство – это молодые семьи, у которых дети. Чем им заниматься в деревне, когда нет работы? Здесь нет будущего. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.